приехал я за трейлером. За новым трейлером. Сейчас мне его вывезут или привезут, я не знаю. Короче, компания находится в Джорджии, где-то в деревне. Сейчас пока подожду. Вон везут этот трейлер. Вон. Едет. А? Ну вот он, новенький трейлер, абсолютно. Так вот он выглядит. Все чистенько, аккуратненько. Свет. Свет горит. Конечно, все уже сразу разваливается. Это вот такой косяк здесь какой-то. Вот крыша. Короче, первый рейс в новом трейлере, сразу же такой здоровый Ford F-150 пикап. Он походу выше, чем мой 350. Дело в том, что не было ничего, видимо, больше забрать. Вот, и взяли этот на open, он на open идет. Я его засуну на глаз. Но прежде чем взять, я решил проверить, заходит он по высоте и по ширине. И колеса у него из-за того, что они широкие, выступают из-за кузова, немножко видно, да? Они прям вообще практически в притирочку входят вот сюда. Вот в эти вот вещи, ну, входят. Ну, а что делать? Забирать надо машину, везти надо. Поэтому других вариантов нету, чтобы не ждать завтра снова еще каких-то вариантов. Ну, поэтому придется сейчас его грузить так, как он есть. Ладно, будем грузить.